По инициативе Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете министров Узбекистана впервые в стране организован бесплатный вебинар с тренерами Cambridge Assessment для преподавателей иностранных языков. Ну а в целях подробного разъяснения значения учебных курсов столицы состоялся брифинг. Об этом далее. Основная цель вебинара – помочь преподавателям иностранных языков, работающим в школах, подготовиться к процессу тестирования TKT. Данный международный экзамен, организованный Cambridge Assessment, представляет собой тест, предназначенный для проверки педагогических знаний учителей английского языка и состоит из 5 модулей, то есть 3 основных и 2 специальных. В то время как основной модуль проверяет общие знания принципов и методов обучения, специальные модули фокусируются на узких областях обучения иностранному языку. Международный экзамен TKT и курсы, предназначенные для повышения квалификации учителей, станут основой для развития их профессиональных навыков. Этот проект реализуется в Узбекистане впервые и проходит в интерактивном режиме. Мы с уверенностью можем сказать, что смогли создать мост между Узбекистаном и организацией Cambridge Assessment. Участники брифинга обращаются к экспертам со своими вопросами и в ходе тренинга учатся новым методикам преподавания иностранных языков. В ходе трехэтапного вебинара преподавателям была предоставлена вся необходимая информация о тесте. Зарубежные специалисты также поделились своими знаниями по изучению и преподаванию языков и эффективному использованию ресурсов для этого. В ходе брифинга мы узнали больше информации о сертификате TKT, как проходит процесс тестирования и что это даст для нас. Радует, что эксперты на все наши вопросы дали подробные ответы. В завершении брифинга эксперты предоставили участникам литературу и рекомендации для практических занятий по английскому языку, которые понадобятся при подготовке к процессу тестирования по TKT.